Раньше в детстве я был таким ребенком, который очень любил забивать гвозди. Дедушка подарил мне маленький молоточек. Я весь забор изрешетил гвоздями. И потом как-то раз дедушка лег спать, я подумал, что ему не надо ложиться спать, и случайно ударил его молотком по голове. Он в этот же момент просто чуть не взорвался, но потом увидел меня, как я уже начинаю плакать, и успокоился прям. Это на него очень было не похоже, по рассказам родителей. Но я у него первый внук, и он не мог просто ничего со мной сделать. Меня зовут Сергей Хачалава, мне 21 год. Я закончил Саратовский театральный институт. Также учился в музыкально-эстетическом лицее и закончил музыкальную школу по классу гитара. Любовь – это что-то неуловимое. Что-то, чего когда желаешь, не найдешь, а когда не желаешь, оно само приходит. Душа – это то, что ты выстраиваешь себе все то хорошее и все то плохое. И поэтому, я как думаю, именно поэтому ее можно очернить своими поступками.